Всем привет, ребята! Канун Нового года, 31 декабря 2020. Я вот нахожусь на парковке возле магазина Walmart. Ну, уже оттуда пришел. И там на входе практически сидит девушка с приглашением сделать фотографии семейные. И смотрите, а студия стоит прямо здесь, на парковочке. Видите, вот он, передвижная студия в трейлере. Достаточно большая по площади. Все там есть декорации, декорации разные. И можно прийти вот сейчас с семьей сфотографироваться и практически, я думаю, сразу получить и готовую фотографию. Вот такая, вот такие чудеса у нас в Америке. Вот люди идут сейчас на фотографию, обратите внимание. Семейная пара темнокожая. И малыш даже в белых штанах. Круто, круто, супер.